Как сделать предложение? Если мужчина решился сделать своей даме предложение, то он готов на многое, чтобы получить положительный ответ. Некоторые пишут стихи, другие снимают фильмы, некоторые даже делают предложения в компьютерных играх. Сильный пол любыми способами старается удивить свою возлюбленную, чтобы она без сомнения согласилась на предложение. Следует отметить, что универсального и беспроигрышного варианта не существует. Но данный момент должен наступить только тогда, когда оба партнера испытывают глубокие чувства друг к другу, встречаются некоторое время и пришли к выводу, что готовы прожить вместе всю жизнь. Бывают случаи, когда пара счастливо живет вместе, радуется каждому мгновению, проведенному вместе, и в один голос могут сказать, что готовы идти в ЗАГС, но любой девушке охота услышать заветные слова предложения. Поэтому этот момент должен быть памятным, красивым, оригинальным и незабываемым. При этом она обязательно должна ответить «да». В первую очередь нужно понять, достаточно ли вы провели собственные чувства, готовы вы к серьезному шагу в своей жизни, и что после этого будет. Если вы твердо решили пожениться, то нужно убедиться, что ваша половинка тоже положительно к этому относится. Если она согласна, то нужно подготовиться к предложению. Также нужно придумать способ, как это лучше сделать. Здесь нет никаких ограничений, от банального до безумного предложения, поэтому нужно включить всю свою фантазию. Самое главное, чтобы ваша дама ни о чем не подозревала до последнего момента. Вы должны сохранять интригу. К выбору места нужно подойти ответственно, так как оно может напоминать девушке о неприятных моментах в жизни. Можно традиционно попросить ее руки в уютном ресторанчике или кафе, где за обычной беседой сделать предложение. Это можно сделать в месте, где проходило ваше первое свидание. Если вы хотите сделать это необычно, то нужно удостовериться, что девушка готова к неожиданным и сногсшибательным сюрпризам. Некоторые стараются делать это наедине, так как считают это интимным. Другие мужчины, напротив, делают это в самый разгар вечеринки. Поэтому существует множество вариантов, и вы можете сделать оригинальное предложение или похожее на другие. Многие девушки ожидают, что этот момент будет волшебным, однако обрадуются, если вы не будете подготавливать феерический сюрприз и просто скажете заветные слова. Поэтому думайте и действуйте. На сегодня все, подписывайтесь на канал, увидимся!